Всем привет, с вами Артур, и сегодня у меня в ремонте Citroen C4. Итак, сбитый бок, крыло переднее немного поломано, оно пластиковое, ремонт, дверь, замена, заднее крыло буду ремонтировать. Итак, разобрал то, что мне мешает ремонту, и первым делом я выталкиваю крыло вместе со стойкой, упираясь в противоположный порог. После того, как я это все вытолкнул, при помощи споттера привариваю ушки к кантику крыла, и первым делом мне нужно его вытянуть. Вытягиваю кантик и затем выталкиваю большие ямы снутри машины. Подход там есть. Итак, яму выдавил, теперь при помощи споттера я выровняю арку. Итак, арку практически сделал, снимаю натяжку и сейчас буду вырезать вот этот кусок, так как проем мне никак не выровнять, проще его сделать на столе. Высверливаю и обрезаю. Итак, как можете видеть, внутри тоже есть повреждения, которые я тоже подровняю. Ну и затем приступлю к финишной рихтовке арки и всей плоскости крыла. Точнее, финишная она будет, когда я вварю обратно кусок. Итак, эту часть крыла я сделал на процентов 70, она уже начала прыгать, поэтому приступаю к рихтовке вот этого отрезанного куска. Ну что, эту часть я отрихтовал,
и теперь я могу ее примерить. Примеряю, затем вариваю закладки и потом свариваю весь этот кусок. Ну что, сварил, теперь при помощи споттера, молотков и всего прочего инструмента я доделываю крыло. Ну что, в ходе работ образовалась пузо, и теперь при помощи нагрева и охлаждения я убираю его. Итак, после 8 часов рабочего времени это крыло я отрихтовал. Ну что, теперь осталось только подготовить его и покрасить, чем я сейчас и займусь. Ну что, друзья, ремонт этой машины я закончил. На сегодня, пожалуй, все. Подписывайтесь на мои новые видео. С вами был Артур. Пока!